Атапахи праджа прапху. Атапахи праджа прапху. Кто-нибудь хочет прочитать? Асмати дам дайва татрам. Явасья парата шапха. Асмат, поэтому, идам, это, дайва тантрам, лишь магия проведения, я вася, утверждаю, Бхаратарш Ришабха, лучший из потомков Бхараты, тася, он. Анувихита, как желает, Анатха, беспомощный, Надха, о господин, Пахи, позаботься о, Праджах, подданных, Прабхо, о господин. Перевод. Поэтому о лучшие из потомков. Из потомков Бхараты Юдхиштхира я утверждаю, что все это соответствует замыслу Господа. Признав непостижимый замысел Господа, ты должен выполнять его. О мой господин, теперь ты стал главой исполнительной власти, и тебе следует позаботиться о тех своих подданных, которые остались без защиты. Комментарий о божественной милости. Бхактивиданта с вами. Прабхупады. Известная поговорка гласит, что хозяйка дома учит свою невестку, получая дочь. Так и Господь учит мир, наставляя своего преданного. Преданному не нужно учиться у Господа чему-то новому, так как Господь всегда наставляет искреннего преданного изнутри. Поэтому, когда бы ни разыгрывался спектакль обучения преданного, как это было в случае с учением Бхагавад-гиты, это делается, чтобы преподать урок людям небольшого разума. Поэтому долг преданного – безропотно терпеть все страдания, посылаемые ему Господом, и принимать их как его благословение. Бхишмадева советовал пандавам без промедлений взять на себя управление царством. Из-за битвы на Курукшетре несчастные подданные остались без защиты и ждали, когда Махараджа Юдхиштхира возьмет власть в свои руки. Чистый преданный Господу видит в несчастьях благословение Господа. Между тем и другим нет никакой материальной разницы, ибо Господь абсолютен. Песнь 1, глава 9, уход Бхишмадевы, текст 17. Тасмати дам дайва татрам, явасья бхаратаршапа. Тасьяну вихито натха, натха пахи праджах прапху. Поэтому лучше из потомков Бхараты и Юдхиштхира. Я утверждаю, что все это соответствует замыслу Господа. Признав непостижимый замысел Господа,
ты должен выполнять его. О мой господин, теперь ты стал главой исполнительной власти. Тебе следует позаботиться о тех своих подданных, которые остались без защиты. Ом гена тимиранасья генанджана шалакая чакшурат медитамина тасмай ши гураве намаха хе кришна каруна синдху динабанта джагатпати гопиша гопика канта ратха канта намастате тапта канчана гуранге рати вриндаванишвари вришапансуте деви пранамами хари прие ванчакалпадарупьяшча крипасинтупья вача патитанам паванепьо вайшнавепьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадатара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Есть кто-нибудь, кто не в курсе, что происходит в этой главе? Кто первый раз, может быть? Вкратце тогда немножечко опустимся в такую небольшую историю. После окончания битвы, точнее, не в самом конце, когда был, скажем так, застрелен Бхишма Дева, еще пока не ушел, но он лежал на ложе из стрел, вот, и к нему собрались все мудрецы, брахманы, сам Кришна там был, и в том числе пандавы тоже туда пришли, и перед тем Юдхиштхира в конце предыдущей главы, Юдхиштхира очень сокрушался по поводу того, что как же ему дальше жить, что же делать, нет удовлетворения от победы никакой, как он может править царством, если он перебил всех родственников, перебил всех своих подданных и так далее и тому подобное. То есть он не считал себя достойным и не считал себя вправе принять такую награду, как управление царством. Царство было достаточно великое, то есть Бхарата – это было великое царство. И испокон веков этим царством правили праведные цари. И на трон мог зайти только самый достойный царь. И Юдхиштхира после победы отказывался считать себя таким, потому что он считал, что он совершил множество греховных поступков, убив своих родственников, друзей, дядьев, отцов, учителей. И по всем законам любого государства, по всем законам морали и так далее, это тяжкий грех. И Юдхиштхира, как ярый поборник Дхармы, как истинный праведный царь, он считал себя недостойным. И поэтому впал в такое уныние и находился в таком положении, когда не знает, что же ему предпринять. Вот, и в таком настроении пандавы, вот, они пришли к ложу Бхишмадевы для того, чтобы получить последнее наставление от своего деда. Бхишмадев был один из 12 махаджан, великая личность. И, как известно из Махабхараты, Бхишма было олицетворение Дхармы. То есть праведнее его, может быть, никого не было. Поэтому его наставления были очень важны. И пандавы собрались вокруг него, желая выслушать, что же скажет Бхишма Дева перед своим уходом.
какие даст наставления. И в прошлом стихе, собственно, прошлый стих, он связан с этим стихом и со следующим стихом, В прошлом стихе, то есть, может быть, вы вспомните, просто я напомню, да, говорилось о том, что Бхишмадева говорил, что «О царь, никому не постичь замыслов Господа Шри Кришны. Даже великие философы пребывают в недоумении, несмотря на свои глубокие исследования». Вот, этот стих как продолжение, и здесь говорится «поэтому», «тасмат», «поэтому». «О лучший из потомков Бхарат и Юдхиштхира, я утверждаю, что все это соответствует замыслу Господа». То есть Бхишмадева здесь указывает на то, что присутствует некий план, некий тайный замысел, можно так сказать, Верховной Божественной Личности. Он указывает на то, что у Верховной Личности были какие-то свои планы. И все, что произошло, не все причинно-следственные связи самих участников этих событий. Да? То есть не всегда происходят какие-то события по вине личности, которая действует. Да? То есть бывают еще какие-то замыслы отличные от того, кто совершает какие-либо поступки. Вот. И Бхишмадева здесь указывает на то, что Юдхиштхира должен понять то, что все, что свершилось, в этом есть определенный замысел. И то есть он его побуждает на царствование, то есть он побуждает его принять царствование и отсечь, и от, ну, как сказать, отказаться от сомнений и принять царствование. Почему? Потому что это был высший замысел, который не подвластен Юдхиштхире или Бхишме там, или еще кому-то. И все поступки, которые были совершены, неважно, какие они были, греховные, негреховные, это все входило в высший замысел. Это достаточно такой высокий уровень для понимания, для нашего с вами понимания. И иногда очень трудно признать, что существует какой-то высший замысел, и что мы не контролируем какие-то события. Потому что мы часто привыкли к тому, что мы получаем то, что заслуживаем, да, то есть нам постоянно же говорят, да, очень часто, что существует карма, какие-то кармические последствия, что есть действие, противодействие, что надо вести себя хорошо, нужно вести благочестивый образ жизни и так далее и тому подобное. И мы привыкаем к такой позиции и начинаем делить мир на хорошее и плохое. И данная ситуация, которая сложилась на поле битвы, и все, что происходило, в общем-то, до поля битвы, тоже можно, в принципе, поделить на хорошее и плохое с точки зрения дхармы. То есть можно посмотреть, да, с точки зрения дхармы, например, хорошо ли убивать, например, да? Наверное, не очень хорошо. А хорошо ли убивать своих родственников? Наверное, совсем не хорошо, да? И если примерять какие-то действия с точки зрения каких-то традиций, принципов, и мы неизбежно начинаем делить мир на хорошее, поступки начинаем делить на хорошие и плохие. И забывая про то, что существует
какая-то высшая воля, неподвластная нам. И обратите вот внимание, да, что вот, ситуация в конце битвы и в начале битвы, она очень похожа. Только разные герои, да? То есть вот Шрила Прабхупада в комментарии упоминает Бхагавад-гиту, вот начало Бхагавад-гиты. Похожая была ситуация, когда Кришна с Арджуной беседовал, ну, перед беседой, да? Арджуна был точно в такой же ситуации, как Юдхиштхира. То есть он, Арджуна и Юдхиштхира, они оказались в плену, фактически в плену своих представлений о хорошем и плохом. То есть такие пленники дхармы. И Бхишмадев в том числе то же самое, да? Бхишмадев почему оказался вдруг на противоположной стороне, да, вроде бы такой праведник, да, поборник дхармы, желающий, чтобы все было правильно. И вдруг оказался на противоположной стороне сражающихся против пандавов. Хотя он очень любил пандавов и желал с самого начала, желал, чтобы Юдхиштхира стал императором, царем. Но Бхишмадева сам себя загнал с помощью своих же каких-то представлений о дхарме, сам загнал себя вот в этот вот в тупик, в какой-то вот лабиринт, можно сказать, да, из каких-то поступков, своих же праведных, вроде бы праведных поступков, но он сам себя загнал в такую ситуацию, из которой выход был только один – выйти на поле боя и сражаться против тех, кого он больше всех любил. То есть не всегда наша мораль, скажем так, не всегда наше понимание о хорошем и плохом приводит к чему-то хорошему. И также, как бы вот я начал говорить о том, что очень, очень похожая ситуация, когда Арджуна перед началом битвы засомневался в том, правильно ли он поступки совершает. И Бхагавад-гита начинается с того, что Кришна Арджуна спрашивает у Кришны: «Кришна, а как же так? Почему мы оказались здесь, на поле битвы? Почему мы должны сражаться против своих родственников? Это неправильно. Так не ведут себя добропорядочные люди. Это тяжкий грех – убивать своих родственников, убивать своих братьев, зятьев, отцов, учителей. Как же так? Если мы начнем убивать своих учителей, если мы начнем убивать своих отцов, на нас посмотрят наши потомки и скажут: вот они так делали, значит, это можно. И вроде бы он был прав». И Кришна приводил довод за доводом, и Кришна разбивал его доводы. То есть он приводил довод с родственниками: как же быть с родственниками? Я же не могу убивать родственников. И Кришна приводил ему довод о том, что ты должен отречься от привязанности к родственникам. Нет никаких родственников. Я не есть это тело. То есть самое начало, да? То есть он говорил, что Арджуна, пойми, что это телесная концепция. Сегодня они твои родственники, а в следующей жизни они уже не будут твоими родственниками. Ты не должен к этому привязываться. А если ты привязываешься к телу, то тогда тоже
нет причин для переживаний. Арджуна приводил ему доводы какие-то, что вот как же, не будет никаких плодов, нет ничего хорошего. От того, что мы победим в этой битве, не будет ничего хорошего, нам эта победа не принесет никакой радости. Если мы проиграем, тоже ничего хорошего. Лучше вообще ничего не делать тогда. На что Кришна приводил ему доводы именно нишкама карма йоги. То есть не нужно привязываться к результатам своей деятельности. То есть ситуация была очень похожа. И поскольку и пандавы во главе с Юдхиштхирой и Арджуна, они были очень образованные люди на очень высоком уровне, как сказать, религиозная подготовка, да, праведность, она была очень высокая. Но, тем не менее, они зачастую, как сказать, не попадали, не угадывали, что же надо делать. Чтобы не приходило на ум, а как вот хорошо поступить, а может так, а может так, а может вообще не сражаться, а может быть и хорошо, чтобы и Дурьотхана был бы царем. Может быть и хорошо. А давайте оставим Дурьотхану. Да нам ничего не нужно, хорошо. Он же очень хочет быть царем, да пусть будет. Мы же не против. Они предлагали, что мы не претендуем на царство, нет? Но это расходилось с планами Кришны, к сожалению. У Кришны планы не всегда соответствуют каким-то общим моральным принципам или каким-то соображениям умственным. И его планы свободны от двойственности. А что такое хорошо и что такое плохо. И поэтому Кришну, например, Дурьотхана не устраивал как царь. Хотя как царь Дурьотхана был хорош. Он был хорошим правителем. Он был хорошим политиком. Он был там хороший хозяйственник, воин и так далее, защитник. Все было в порядке, за исключением одного. Было одно нехорошее качество, которое портило всю картину и которое полностью не устраивало Кришну. Дурьотхана был завистлив. И вот это вот качество, оно не годилось для праведного царя. Почему не годилось? Потому что если Дурьотхана был завистлив и строил свои отношения из зависти на зависти, то и последующие цари имели бы полное моральное право также действовать. А общество, основанное на зависти, не может быть праведным. И оно начинает очень быстро деградировать и уничтожает само себя. А так как нам известно из Бхагавад-гиты, Кришна говорит, что о цели своего прихода. Он говорит, я прихожу в этот мир для того, чтобы уничтожить злодеев, спасти праведников, и если нарушаются какие-то устои религиозные, то я возрождаю эти религиозные устои. И это его причина прихода Верховной Личности Богости. Да? Это его цель. И эта цель может немножко расходиться с какими-то понятиями, традиционными понятиями о добре и зле, что такое хорошо, что такое плохо, там, убивать, не убивать и так далее. И он изо всех сил, приходя сюда, праведно это или неправильно, он достигает своей цели. Если нужно восстановить религиозные принципы,
он восстанавливает религиозные принципы. Если нужно уничтожить каких-то злодеев, он уничтожает этих злодеев. Дело его последователей, его преданных, его друзей либо соглашаться принимать в этом участие, либо не соглашаться. И Кришна Бхагавадгите говорит Арджуне, что эти люди, эти воины, они уже убиты. Я их уже всех приговорил, все, они уже убиты. И ты можешь выбрать, у тебя есть выбор. Либо ты станешь моим орудием в этом замысле, либо нет. Он говорит про то, что если ты их не будешь убивать, ну, я их убью как-нибудь по-другому, неважно. Другой вопрос, хочешь ли ты быть со мной, либо ты хочешь оставаться со своим умом и со своими какими-то понятиями, своими представлениями, да, о жизни. Он ему предлагает выбор. И точно так же Кришна предлагает выборы нам всем. Он предлагает Юдхиштхире тоже, пожалуйста, Юдхиштхира, то есть я сделал для тебя все. Ты, это был мой тайный умысел, тайный замысел. Ты должен сесть на трон. Потому что, почему? Потому что я так решил. Потому что это мой замысел. Потому что ты лучше всех подходишь на роль царя. Ты лучше всех будешь исполнять обязанности царя. Когда ты будешь царем, религиозные принципы будут процветать. Это мой замысел такой. Хочет этого Юдхиштхира или не хочет, это уже не важно. То есть Кришна предлагает принять участие своим преданным, принять участие в его планах. Другой вопрос, соглашаемся мы или не соглашаемся. Он предлагает нам принять участие. По поводу замыслов. Природа живого существа то есть живое существо занимает подчиненное положение. Хочет оно этого или нет, живое существо. И поэтому где бы мы ни находились, в материальном мире или в духовном мире, мы так или иначе вынуждены следовать какому-то замыслу. У живого существа есть, несомненно, выбор. И есть независимость какая-то, да? Но выбор заключается в том, больше не что делать, а как делать. То есть, если живое существо, то есть вариантов на самом деле немного. Если живое существо выбирает полную независимость, то живое существо попадает в материальный мир и начинает как бы вести независимый образ жизни. Либо оно выбирает зависимый образ жизни и подчиняется полностью Верховной Личности Бога. Вариантов всего два. Вот. Но штука заключается в том, что, попадая в материальный мир, материальный мир является энергией Господа. И все здесь подчинено его законом, законом Бога. И как бы живое существо не пыталось вести независимый образ жизни, тем не менее оно все равно зависит от энергии Господа, от его воли. И в частности,
материальная энергия управляется тремя гунами материальной природы. И в Бхагавад-гите сказано, что живое существо, оно, человек думает, что он совершает какие-то действия, какие-то поступки, правильно? Но на самом деле эти действия совершают гуны материальной природы. То есть мы совершаем какие-то действия, думая, что мы каким-то образом действуем и чем-то управляем. На самом деле мы просто пользователи. Просто как пользователи. Нам даны какие-то инструменты, и мы этими инструментами пользуемся. Иллюзия заключается в том, что мы пытаемся приспособиться здесь, каким-то образом обустроиться. И я вспомнил такую историю про больницу. Наверное, часто вспоминают такую, что материальный мир сравнивают с больницей, да? И вот насколько человек приспосабливается, то есть человек, такое существо, оно самое приспособляемое, наверное, из всех животных. Животные, они живут по законам Бога, по законам природы, да, так ученые говорят, что вот они живут, есть законы природы, инстинкты, но на самом деле это и есть законы Бога. И они находятся в каких-то определенных рамках, и выходя из этих рамок, они уже существовать не могут, и легче просто поменять тело и жить уже в других обстоятельствах, имея какое-то другое тело, то есть не конфликтовать с природой. Человек очень легко приспосабливается к разным условиям, не меняя этого тела. И насколько вот сильна вот эта вот иллюзия. Я как-то давным-давно уже там лежал в больнице. Вместо армии лежал в больнице. И меня положили сначала в такую палату. Как сказать, такая предварительная такая палата. Там лежали там тяжело больные. Немного такие психически ненормальные, такие неуравновешенные люди. И там стоял такой запах, такой отвратительный, такой неприятный. И вообще было жутко было. И я находился где-то 2 недели в этом. Потом пришел врач и сказал, что мы можем перевести тебя в другую палату. Там почище, там уже ходят не в халатах, а в пижамах. Там можно выходить из палаты, ну, можно выходить из палаты, там можно смотреть телевизор. Вот. На что я пребываю 2 недели вот в этих условиях, совершенно таких жутких. Я сказал, нет, я не хочу никуда идти. Нормально, мне здесь хорошо. То есть человек очень быстро обуславливается. И думает, что... То есть он отождествляет себя с определенными обстоятельствами, с какими-то определенными обстоятельствами и пытается там обустроиться в этих обстоятельствах. И ему абсолютно все равно на какой-то внешний мир. Да? То есть я к чему все это сказал, что мы зачастую живем вот в такой вот палате в какой-то, да? И когда кто-то извне предлагает нам изменить образ жизни, что-то поменять, как-то повлиять на нас, да, первая реакция – это отторжение. Мы отвергаем этого. То есть вот эти обстоятельства, которые нам позволяют что-то изменить,
мы отвергаем. Говорим, нет, нам очень хорошо здесь. И так хорошо. Если мы, например, там тяжело работаем, там какие-то камни грузим там куда-то, да, говорит, мне нормально, все хорошо. Вчера вот было немножко меньше тяжелых камней. Или там на тележке в гору куда-то там тащим какой-то груз. Говорит, о, сегодня склон поменьше, уже легче. Можно приспособиться, жить можно, нормально. Вот у меня была избушка там земляная, да? А сейчас вот я немножко денег накоплю, у меня вот будет каменная избушка. Неважно, что она там 2 на 2 метра, но это серьезный прогресс. И когда кто-то извне вмешивается в нашу жизнь и говорит, может быть, что-то поменять? Давай мы тебя переведем в другую палату, там получше. Мы говорим, нет, нам не надо. То есть мы игнорируем и сопротивляемся вот этому какому-то замыслу. То есть когда к нам домой кто-то звонит и говорит, Хари Кришна, да? Вы знаете о том, что вы живете в ужасных условиях, вы живете в материальном мире, полным страданием. Знаете о том, что вы скоро умрете, там, например, да? Что ничего хорошего в этой жизни не будет. Посмотрите, пожалуйста, книги. Вы можете прочитать о том, что существует вне вашего представления. Зачастую люди просто закрывают дверь и говорят, у нас все хорошо. Все нормально, идите. То есть зачастую вот этот вот высший какой-то замысел, умысел мы просто не пускаем. Просто не пускаем к себе. И основываем свое житие какое-то, бытие на каких-то умственных представлениях о хорошем и плохом, выдумываем какие-то моральные принципы, создаем какие-то традиции жития вот в этой вот больнице, как лучше устроиться. Зачастую материальный мир сравнивают с больницей или с тюрьмой, например, да? То есть когда люди попадают в тюрьму, и сначала им плохо, а потом они привыкают, а потом уже и выходить не хотят. Они не могут жить уже просто в нормальном мире, потому что они не понимают, что здесь происходит. Они хотят вернуться обратно туда, потому что там все понятно. То же самое и когда мы получаем какие-то звоночки там извне, да, мы не всегда это принимаем. И зачастую мы отвергаем это. Вот такой очень хороший пример, когда больной человек, зависимый от наркотиков, например, зависимый, потребляет наркотики. Для всех очевидно, что это плохо. И ему предлагают, говорит, давай, ты должен бросить. Он говорит, как? Ну, просто не принимай наркотики, и все. Говорит, как? Я же буду страдать. Это же явное страдание, там, ломки какие-то, да, и так далее. Как вы можете? И некоторые говорят, это негуманно. Надо постепенно там выходить, нужно там давать ему какую-то, положим его в больницу, будем давать ему какие-то там более слабые наркотики и так далее. То есть гуманно, отнесемся к человеку гуманно. Но человек болен, и он должен излечиться. Он настолько отождествил себя с данными обстоятельствами, что он не мыслит свою жизнь без наркотиков. И выход от этого очень болезненный, через страдания. Но сам человек не понимает того, что он должен пройти через очищение какое-то, через страдания, через какие-то испытания для того, чтобы перейти на более высокий, на более чистый уровень. И тогда вмешивается врач. Он говорит,
ты должен сделать так. Если ты так не хочешь сделать, надо, значит, я создам тебе все условия для того, чтобы ты это сделал. Если у нас болит зуб, мы идем к врачу, врач берет какие-то жуткие инструменты, начинает сверлить, адская боль. Но, тем не менее, через страдания мы приходим к какому-то очищению, мы избавляемся от этой боли. И также в обычной жизни зачастую люди, мы слышим часто очень, люди жалуются на то, что как же так, Господь слеп, Он не видит наших страданий. Как Он допускает вообще, что Его дети, там, и отпрыски, любимые, преданные, страдают в материальном мире? Какой кошмар! Как? Обычные люди, понятно, да? То есть обычные люди, понятно. Они страдают, почему? Потому что у них угра карма какая-нибудь там. Они находятся в материальном мире, должны страдать. Мы же все понимаем, что материальный мир – это место для страданий, правильно? И все материалисты там должны страдать. Это нормально. Они наказаны за свои грехи. А вот почему преданные страдают, вообще непонятно. Вот я уже преданный, например, да? А страдаю, там, работу потерял, ни с того ни сего, без денег. Ну, это такие легкие, да, страдания. Там, Кришна, почему я работу потерял? Вместо того, чтобы обогатеть с каждым днем, я работу теряю, да? Какое-то безобразие какое. А не дай Бог родственник заболел, да? Очень часто спрашивают и задают один и тот же вопрос. Как же так? Я вот мантру повторяю, 16 кругов, полгода уже. А у меня жена болеет. Вдруг ни с того ни с сего заболел. За что? Да? Непонятно за что. Ну или хорошо, если жена, а если я сам? Вообще непонятно. Преданные же не должны болеть, правильно? Они должны быть счастливы. Это такое нормальное такое представление с точки зрения отождествления себя с Верховным Наслаждающимся. Да? То есть, когда мы воспринимаем мир вокруг себя, то есть, когда мы просто живем в материальном мире, там понятно все, да? То есть, мы удовлетворяем свои чувства, получаем какие-то реакции, там, кто поумнее, тот может заняться какой-нибудь кармакандой, еще лучше устроиться, да? Но преданные зачастую тоже живут в отождествлении. Я преданный Кришне, значит, у меня должно быть все хорошо. Значит, Кришна мне должен устроить так, чтобы у меня было все замечательно в материальном мире. И работа была прекрасная, и жена красавица, и там куча денег, машина, и горя нет. Я же преданный. То есть мы смотрим зачастую. Так бывает, так иногда бывает, что преданные начинают смотреть такой же позиции, как с точки зрения потребителя. Да? То есть можно попросить у Кришны что-то по блату, да, например. Да? То есть я преданный Кришне, поэтому у меня должно быть все очень хорошо. Но забывая, то есть такой перевертыш получается, то есть мы забываем о том, что не Кришна нас наслаждает здесь, в материальном мире, и обустраивает каким-то образом, а цель-то совсем другая. Цель существования живого существа, она совершенно другая. Не каким-то образом устроиться где-либо,
материальном мире, там, или в духовном мире, или еще где-то в каком-то таком теле, в сяком теле, там, найти какое-то теплое местечко, где он будет счастлив, наконец. А цель заключается в том, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога. Невзирая на хорошую, плохую погоду, да? Неважно, хорошо нам или плохо нам. То есть цель заключается в удовлетворении Верховной Божественной Личности. И когда мы иногда вспоминаем о том, что наша цель-то, собственно, удовлетворить Верховную Божественную Личность, тогда замысел, он становится понятен. И тогда понятно, почему к нам приходят какие-то страдания, приходят какие-то несчастья, какие-то неурядицы там, и так далее. Потому что цель нашего существования в материальном мире заключается не в том, чтобы здесь каким-то образом обустроиться, а освободиться от оков этого материального мира, освободиться от привязанностей и ощутить свою природу, осознать свою природу слуги Господа и начать уже удовлетворять не себя, а Бога. И это как бы конечная наша цель. И Кришна, как только, если он видит наши какие-то усилия, какие-то потуги в том, что мы хотим каким-то образом приблизиться к нему, каким-то образом его пытаемся удовлетворить, Кришна начинает нам помогать и посылает какие-то небольшие испытания, так называемые испытания, то есть можно их не называть даже испытаниями, а просто он дает возможность от чего-то отречься. В конечном итоге мы отрекаемся от всего материального мира. Но если нам кто-то вдруг сейчас ни с того ни с сего предложит, что там, здравствуйте, вы пришли в сознание Кришны, да, чем я тут занимаюсь? Мы вот отрекаемся. С завтрашнего дня вы должны отречься от материального мира. Человек скажет, извините, я только вон женился вчера, там квартиру купил, да, отречься. Я так не играю. Поэтому это большая слишком боль, да, то есть это болевой шок, от которого, который можно не выдержать, да. Вот. Но Кришна посылает ровно столько, сколько мы способны снести. И потихонечку отбирает от нас вот эти привязанности. Либо мы сами соглашаемся от них отказаться. А если не соглашаемся, то Кришна создает такие обстоятельства. Такие обстоятельства немножечко, может быть, болезненные, чуть-чуть болезненные, но не слишком. И потихонечку создает такие условия, когда мы можем отречься от материального и помогает нам таким образом подойти к нему все ближе и ближе. И если смотреть на все страдания, все несчастья с этой точки зрения, то гораздо приятнее становится жить. И гораздо лучше. Вот, это то, что хотела сказать по поводу страданий. А дальше я забыл, честно говоря, что я хотел сказать на комплексе. Может быть, есть какие-то вопросы, и я вспомню. Спасибо. Правильно я понял, что
мы только приходим, когда вот на путь преданного служения, ну, как бы еще вот состояние конечки, как бы вот, у нас еще достаточно крепкое материальное сознание, и поэтому Господь как бы не дает те же блага, богатства там и так далее, как бы, с, ну, по крайней мере, сразу, чтобы мы не, не привязались к этому, не вернулись обратно и, как бы, и забыли о Кришне. То есть, как, насколько я понимаю, он дает тогда, когда мы уже к этому не привязаны. Вот тебе уже не нужен, ну, на тебе миллион долларов, используй его, как бы, сознание Кришны. А если мы так сейчас получим миллион долларов, мы его совершим, скорее всего, на чувство наслаждения потратим. То есть вопрос в том, что... то каништкам не даст. Да нет, да не в этом дело, что канишка или там матхьяма или утама. Вопрос в том, что как мы это используем. Вот на тебе миллион долларов, что ты будешь с ним делать? Испортит он тебя или нет? Сможет ли он разрушить всю твою вот эту вот уже накопленную? Духовный какой-то труд, да, там, практику. Может быть, он настолько соблазнит этот миллион, что скажешь, все, нормально уже. У меня миллион уже есть. А пока не истрачу миллион, мантру повторять не буду. А если мы получаем миллион и тут же находим этому миллиону применение для того, чтобы каким-то образом послужить, то миллион будет. А почему нет? Ну, вот такой пример. Книжку, надо издать книжку. Вот была такая ситуация. Сделали книжку для читания Чандрачарана Прабху. И я узнал, сколько стоит. Нужно напечатать книгу там, ну, 2000 штук, 900 тысяч. Денег нет вообще, ноль. Где взять эти деньги? Сумма серьезная, да? Через 3 дня деньги были. Просто кто-то нашелся, кто-то там пожертвовал, тут пожертвовал. Хоп, все, деньги есть. Не вопрос. То есть Кришна дает. Смотря для чего. Если на нужное какое-то дело, он даст. Если не на нужное, то не даст. Например, есть какой-то вот, ну, например, какой-то проект, который, ну, как бы. Все равно, ну, как бы это нужный проект, ну, со всех сторон, но специально не дает, чтобы, как бы, при этом усилия больше прилагали, чтобы больше предались. Это возможно? Ну, вообще, как бы, сама постановка сидеть и ждать, пока Кришна что-то даст, может, даст, а может, не даст. Но мы же предлагаем какие-то усилия. Кришна же не может все сам сделать. И сам себе служить, и сам же наслаждаться, да, этим. Он нам предлагает ведь какие-то усилия. Если мы прилагаем какие-то усилия, он дает возможности. Если мы не прилагаем усилия и ждем, пока у нас свалится там миллион какой-то, но он не свалится. Под лежачий камень вода не течет. И обеты благоприятны обществу нами Кришны. Но у нас не общество аскезы и даже не общество обетов. У нас такое общество замечательное в том плане, что легкая очень практика. Аскезы, да, иногда мы совершаем какие-то аскезы, так, для того, чтобы в тонусе себя держать. Ну, и кадыши, например, да? Аскеза, может быть, да? Какая-то. Никаких особенных аскез никто на себя не берет. Обеты, да, мы даем обеты обязательно. Но те, кто хотят получить инициацию, дают обеты.
Это очень простые, на самом деле, обеты. Это не употреблять мясо, рыбу, яйца, не употреблять интоксикации, не играть в азартные игры и не заниматься незаконным сексом. То есть это вот четыре принципа, которые дал Шрила Прабхупада. Мы даем вот эти обеты. И когда на инициации духовный учитель дает Хари Кришна мантру, то есть Харинам инициация, он просит дать обет повторять не меньше 16 кругов. Назвать это аскезой, наверное, не совсем правильно, потому что это не аскеза. Это практика, духовная практика. Аскеза подразумевает какой-то плод. То есть мы совершаем какие-то аскезы, потом получаем какие-то плоды за это. Но нам плоды не нужны. Соблюдать четыре принципа через какое-то время становится, ну, как бы легко, не то чтобы легко, а как само собой разумеющееся. А для кого-то даже мантру повторять через какое-то время становится тоже очень легко. Это можно сравнить, знаете, как с омовением. Очень хорошо сравнивается, да? То есть, когда обычно люди моются не очень часто, а преданные, они воды много очень льют. Они моются там по два раза, по три раза в день моются. Постоянно, то есть в чистоте себя содержит. И те, кто моется часто и регулярно, если вдруг ни с того ни с сего, например, по какой-то причине один день не помылся, да, то ты чувствуешь себя ужасно, потому что, например, там в поезде там, или еще где-то, вот это аскеза наступает. Тогда наступает аскеза, и думаешь, вообще, ничего себе, а как же раньше-то, а как же люди другие живут? Это чистота тела. Мы повторяем Хари Кришна мантру для того, чтобы в чистоте содержать тонкое тело, ум. И происходит точно такая же штука, когда мы повторяем каждый день Хари Кришна. Через какое-то время, если мы вдруг не повторили Хари Кришна, чувствуется загрязнить, просто чувствуется, ну, грязь. И уже дискомфорт. И хочется уже просто помыться, да? Просто мантру повторять. То есть это потребность уже становится потребностью, и это нельзя назвать аскезой. Наоборот, это уже доставляет какую-то радость какую-то, да. Поэтому таких жестких аскез нету. Что у Кришны есть определенные замыслы, как и относительно каждого человека, так и, видимо, какие-то, ну, глобальные относительно Вселенной. А с другой стороны, нельзя ли воспринимать так, что вот замысел — это когда, ну, лицо, имеющее его, знает что-то наперед, имеет планы, планирование, там, разбитие по этапам, ну, как бы. А с другой стороны, Кришна часто изображается как играющий на флейте. То есть нельзя ли такой аспект, что, ну, параллельно вместе со всем этим, он в то же время как бы импровизирует все время, но вот лива играет. Ну, то есть вот. Замысел очень простой у Кришны. Поскольку все живые существа, все его частицы,
души, да, они имеют изначально отношение с Кришной. И какие-то отношения, любовные отношения, близкие отношения. Но эти отношения были прерваны по ошибке, по глупости, да? Они были прерваны. Но прерваны они были нами, да? Вот мной. И сказал, ну вот Кришна, надо сделать перерыв, да? В наших отношениях надо сделать перерыв. Он пытался убедить, сказать, ну, ты, говорит, не понимаешь. Надо не перерыв делать, а надо укреплять наши отношения. Он говорит, ну, Кришна, я все понимаю, ладно, ну вот давай отдохнем немножко друг от друга, да? Он говорит, ну ладно, и с болью в сердце я тебе позволю на небольшое время побыть одному, да, вдали от меня. Но знай, я буду постоянно о тебе думать и никогда тебя не забуду. И буду тебя очень сильно ждать. Я с тобой отношения не прерываю. Я тебя очень сильно люблю и жду тебя обратно. Как только ты одумаешься, пожалуйста, возвращайся. И мы уходим. Он нам создает некие условия, да? Но он очень хочет, чтобы мы вернулись. И это его, ну, как бы его затея такая, да? Его замысел. Он хочет, чтобы мы вернулись. И весь этот мир материальный он создал с одной лишь целью. Создать обстоятельства, чтобы мы поняли, что мы не можем находиться без Кришны мы не можем находиться. То есть все создано для того, чтобы вот мы как бы вот такое ускорение как бы дали, и вот она пошла, как бы спираль такая, да? Вот такая. Она идет, но притяжение, оно есть. И оно все меньше, меньше, меньше. И в конце концов мы к центру придем, да? То есть такая спираль, да? То же самое материальный мир. Что бы мы ни делали, как бы мы сильно не разогнались, мы все равно придем к Кришне. Потому что весь материальный мир устроен таким образом, чтобы мы осознали свою ошибку, свою природу и пришли к Кришне. И Кришна всячески помогает. Он создает благоприятные условия для того, чтобы мы вспомнили нашу природу наконец и вернулись. Это его тайный замысел. Ну, или для кого-то тайный, для кого-то явный. Другой вопрос, что даже зная этот замысел, мы не всегда согласны с ним. Мы даже можем принять Кришну как Верховную Божественную Личность, но мы не всегда согласимся с его замыслом. Не всегда согласны. Потому что существует отождествление себя с этим телом. Мы не хотим к нему возвращаться. Как только захотим, не проблема, все. А нет такого процесса, что, ну, что несмотря на то, что материальная природа, она создана Кришной, в этой же материальной природе есть как бы такие вот силы, которые как бы, ну, приманивают, ну, специально подманивают человека, ну, дают какую-то приманку, чтобы он не шел к Кришне, а наоборот, как магнитом его тянут в другую сторону. Да. Человек сам такая сила. Мы пришли сюда, в материальный мир, для того, не для того, чтобы Кришне служить, а для того, чтобы его забыть. Просто наша, мы на, как бы развернулись и ушли, все. И нас единственное желание – забыть. И Кришна нам позволяет это сделать. И для этого существует материальная энергия, майя, которая
предоставляет нам эту возможность. То есть это такая открытая функция майи, да, вот материальной энергии, открытая, создавать условия для независимого существования. И человек или там, ну, живое существо, да, неважно в каком теле, начинает эту энергию эксплуатировать под себя. А высказывая какие-то желания, майя пытается эти желания его выполнить, давая ему, этому живому существу, необходимое тело для его каких-то желаний, какие-то обстоятельства. Пожалуйста, вот тебе все возможности, наслаждайся. Это такая явная функция майи, да, материальной энергии. Но есть еще тайная скрытая функция. И тайная скрытая функция майи заключается в том, чтобы создать такие обстоятельства, чтобы человек уже, чтобы он присытился вот этим, чтобы ему надоело, и чтобы он понял, в конце концов, что ему здесь не место. Поэтому материальный мир, он не может быть таким раем, да, где все хорошо. Невозможно. То есть, с одной стороны, майя создает благоприятные условия для наслаждения. Сейчас оставим за скобками, что там нужно какие-то усилия совершать, там нужно бороться за жизнь, там, раз там есть конкуренция и так далее. Нет, ну, как бы, как вот американская мечта, да? Пожалуйста, все возможности. То есть тебе даются все возможности для реализации своих каких-то желаний материальных. Да? Но есть еще тайная цель. Да? То есть майя, она очень преданная служанка Кришне. И она служит ему как может. А что преданный может сделать для Кришны самое лучшее? Это помочь другим людям прийти к Кришне. Это лучшее служение, которое можно придумать. То есть человек понимает, что... И майя как чистая преданная, как служанка Господа, она делает все возможное для того, чтобы живые существа имели возможность прийти к Кришне. Но это такая скрытая такая функция. То есть все вот объекты, которые нам можно вожделеть, они как бы не дают полного удовлетворения человеку все равно. Нет счастья, да, нет. Есть, это как мираж. То есть есть представление о счастье, есть память о счастье, а счастья нет. То есть ты бежишь как бы вперед, видишь этот мираж, что вот он, вот он, вот он, вот он, а ничего не получается. Есть счастье в абсолютном понимании, да, то есть счастье не может быть временным, правда? Счастье, оно должно быть обязательно еще с двумя вещами обязательно. Счастье должно быть в знании и в вечности. Если нет знания и вечности, то счастье не может быть, то есть оно не, его не может быть. Потому что счастье, вот оно есть, а потом, хоп, завтра его нету. Ну что это за счастье? Это несчастье какое-то. Это издевательство. А так все хорошо начиналось, да? Счастье без вечности невозможно. Так же, как счастье без знания тоже невозможно. Ну, как дурачок в счастье. Да? Головой качает и улыбается. То есть нужно понимать. Ну, вот, поэтому должно быть счастье, вечность и знание. А в материальном мире этого нету. И как только человек обретает знание,
он тут же обретает вечность и счастье. Они вместе идут. Но обрести вечность и счастье мы имеем возможность через знание. Получая знание какое-то. И Кришна действует в материальном мире вот таким вот тайным образом, да? Дав нам знание. Он приходит сюда сам, либо посылает каких-то своих представителей, которые дают знания и напоминают нам о том, что вот есть такой Кришна, он вас ждет. И мы такие: опа, Кришна, кто такой Кришна? Не помню. Не знаю, а вот, пожалуйста, книжки, почитайте, пожалуйста. Но сразу человек не может понять, кто такой Кришна. Память не придет, потому что есть жесткое такое грубое отождествление себя с телом. У кого-то оно более грубое, у кого-то оно менее грубое. Кто-то больше привязан к своему тонкому телу, кто-то более грубому телу. И поэтому в Бхагавад-гите Кришна начинает сначала с каких-то грубых вещей, потом больше переходя на какие-то тонкие вещи, да? То есть он сначала говорит: пойми, сначала нужно понять, что ты не есть это тело. Пока ты не поймешь, что ты не есть это тело, говорить дальше не о чем вообще. Мы не можем общаться с Кришной, пока мы находимся на... пока мы отождествляем себя с телом. Поэтому вот такими какими-то дозированиями, такими вещами Кришна, он проявляет себя здесь, дает о себе знать. Он нас никогда не оставляет. Даже если мы этого не хотим, он все равно не оставляет. Если мы не это тело, то душа, вот она находится в теле или где-то, в духовном измерении или в космосе. Местоположение души и пространственно ли она или нет? Душа находится вот здесь, в области сердца. Проявляет она себя через сознание. То есть мы осознаем себя. Я есть. Да? Душа распространяет свое, как сказать, влияние, да, на это тело. Поэтому тело двигается, живет. Оно живое. Как только душа уходит, это все, это кусок мяса сразу. Вот мы смотрим на человека, думаем, какой красивый человек. Души нет, отвратительно вообще. Ничего не изменилось. Мы же, когда смотрим на человека, на живого человека, да, мы же не думаем о том, что это мясо, да, кусок. Что это вот кожа, там кости какие-то, там вены у него там какие-то. Нет, мы смотрим на него как на человека. Я не знаю, может, кто-то так делал, но вот мне не было никогда, с кем бы я ни общался, не было такого, что я общаюсь просто вот с плотью с какой-то, да, с мясом. Нет, мы общаемся с сознанием. То есть мы видим сознание. Но никому не приходит в голову общаться с человеком, у которого там нет души, да, там, с трупом, да. Мы сразу видим, что нет смысла общаться, да. Это сознание. Оно наполняет жизнью все наше тело, и тело начинает источать жизнь. Ну, оно живое становится. Как только душа уходит, все. Душа, приводится пример, что душа, она десятитысячная кончик волоса. Маленькая, очень маленькая. Но распространять свое сознание, оно может на разное. То есть оно может быть в теле муравья, и муравей весь пронизан сознанием.
душа, она себя распространяет на все муравьиное тело. Или на тело слона, например. Та же, то есть душа, у слона душа не больше размером, чем у муравья. Такая же точно душа. Но она распространяет себя на все тело слона. Если бы было тело больше, чем у слона, то душа бы распространяла себя на большее тело. Нет пределов. Сознание, оно распространяется очень... Душа очень могущественная. Но в то же время она очень маленькая. Считается, что она незначительная. То есть вот одна десятитысячная кончика волоса приводится не с точки зрения математики. Не совсем корректно сравнивать душу духовную, да, с материальным волосом, да? Потому что можно сказать, одна тысячная какого волоса? Толстого или тонкого? Например, у азиатов, знаете, у них волосы потолще, а у северных народов у них потоньше. Это просто приводится такое сравнение для того, чтобы понять, что очень маленькая, но очень могущественная. Она не где-то там, она здесь, вот у вас, вот в области сердца здесь. Там же находится ум и разум и сверхдуша. Кришна тоже здесь. Совершать какие-то, ну, нехорошие действия, то это, то ответственность за это несет как бы душа или его, ну, сознание. И как разделить душу и сознание? То есть в таком они соотношении находятся. Душа не является частью человека. Поэтому нельзя сказать, кто несет ответственность, сознание или душа. Или я, или душа. Душа, она не является частью живого существа, это и есть живое существо. Поэтому, если человек совершает какие-то поступки, то он несет за это ответственность. Как же? Нельзя сказать, можно сказать, моя рука, да? Моя голова, там, моя нога, там. Но нельзя сказать, моя душа. Это некорректно. Можно сказать, мое тело. Но моя душа сказать нельзя, потому что мы и есть эта душа. Но мы настолько привыкли отождествлять себя с телом, что моя душа, это звучит нормально. Естественно, да? О, душа болит. Мы зачастую принимаем душу, тонкое тело за душу, иногда принимаем. Как сказать, мы не можем увидеть, мы не можем увидеть свою душу, да? Понимаете, да, о чем я говорю? Вот другую можем увидеть, а свою нет. Поэтому мы не можем ее анализировать. Свою душу мы не можем анализировать. Если я правильно понимаю, о чем вы говорите. Нет, имеется в виду, что как бы вот говорится, ну, часто приходит слышать, что вот душа, она всегда прекрасна. Вот. Ну, как бы и относительно автономно человек, вот как бы такой ангелочек такой в человеке. И он, вот, а если человек, ну, например, я там или кто еще, ну, делает какие-то ошибки или там какие-то негативные действия, то это получается как бы душа, она, ну, это душа как бы вот управляет всем и это все заставляет двигать или какие-то иные. Душа чиста. Душа чиста. Она
не пачкается, да? Вот. Но стремление души к наслаждению, то есть душа, она хочет наслаждаться, она, у нее есть какие-то определенные желания, да? Хочу наслаждаться. Есть машина, которая предоставляет вот эти наслаждения, да? Эта машина – это тело. Как вот есть такое очень хорошее сравнение: пять коней, возница и этот самый седок, да? Колесница, да? Так вот, душа – это седок, который вот, который катается, едет. Говорит, хочу поехать туда. А разум – это возница. Вожжи – это ум. И пять коней – это чувство. И вот с помощью вот этих, вот этой вот колесницы мы, душа едет куда-то, либо сюда, либо туда. Она сама не управляет. Она пытается найти, то есть душа пытается найти, как вы говорите, счастье. Изо всех сил. Но инструмент достижения какого-то счастья в материальном мире – это только чувство. Через чувственное наслаждение. Поэтому предлагается вот такой вот инструмент, как колесница. Да? Вот душа сидит в этом теле, живет, находится в этом теле и пытается наслаждаться через посредством вот этого инструмента. Вот. Но сама душа изначально, она чиста. Единственное, что она покрыта ложным эго. Вот это ложное эго – отождествление себя. И это ее загрязняет. Но это не означает, но душу невозможно растворить в чем-то, да, в чем-то грязном. Она нерастворима, она неделима, нерастворима. Она вечная, чистая. Но она как бы закрыта. Вот как вот представьте себе бриллиант, и вокруг этого бриллианта куча слоев угля. Бриллиант чист. Но угля очень много. И мы не видим вот этого блеска, этого бриллианта, да? Потому что угля очень много. Но говорить о том, что бриллиант грязный, нельзя. Он не грязный. Он чистый, но он внутри вот этой вот этого черного грязного угля. Если мы уголь счистим, сотрем, то мы увидим все, бриллиант чистый. То же самое с душой. Она покрыта вот этим вот ложным отождествлением, ложным эго, аханкарой, да? И она сидит, ну, как в клетке, что ли, не знаю. Но желание, ну, как бы желание у души, оно высказывает желание. То есть, не душа, мы высказываем желание, то есть мы, я. Ну, я и есть душа, да, я высказываю желание. Я хочу наслаждаться каким-то образом. И тут куча сразу вариантов, пожалуйста, как в магазине тебе. А вот так можно наслаждаться. И я выбираю, ну хорошо, давай так попробуем. А вот так уже не будем пробовать, так уже пробовали. Так не получилось. Это разум действует, да? Таким образом разум действует. Что так попробовали, не получилось. Нет, давай так уже не будем. А если разум слабый, то ум говорит, ну в прошлый раз не получилось, может в этот раз получится, давай попробуем. Разум, а он такой уже подкаблучник такой, знаете, разум. Он говорит, ну ладно, давай. Говорит, ну, опять не получилось. Ну ладно, в следующий раз. Это называется зависимость, да? Когда вот человек зависим, да, допустим, наркоман, да, или там кто-то пьет, или там курит, например, или еще что-то, да. Выпил, например, там стакан. Тебе плохо стало.
На следующий раз ты видишь стакан, и ум тебе говорит, ну, в прошлый раз неудачно, что-то там не пошло, первый раз не пошло. Вот со второго раза нормально будет. Потом привыкнешь, будет вообще все красота. Разум молчит. Это функция разума. Он должен понимать, что нет, вот мы на эти грабли уже наступили, больше этого делать не будем. Если разум молчит, то появляется зависимость. Знаете, да, что ну вот кто курил когда-то, например, да, или пил, первый раз неприятно. Вот там куда-нибудь там сигарету какую-нибудь берешь там и вообще какая-то гадость какая-то там. Дым этот, ну вообще неприятно. Но поскольку разум забит и слабый, а наслаждение это все равно хочется, и вот это желание, основанное на зависти, ты смотришь, другие курят, и хорошо такие, наслаждаются, в проднике где-нибудь, да, там, в школе там. Блин, я хочу, но неприятно. Что, надо перебороть себя. Ум говорит, ты должен перебороть себя. И все, потом втягиваешься нормально, все отлично пошло. Получается некая так и зависимость такая получается, да? Вроде как неприятно, но надо. Это ум заставляет, это когда разум уже слабый. И наслаждений уже никаких. То есть душа вроде как наслаждаться хочет, а наслаждение не получается. Получается такая вот пробуксовка, такая зависимость, такая неприятная. А если еще ум слабый, то вообще беда. Это вот... Тогда вот куда чувства тебя влекут, вот объект чувства, вот хочется все, надо делать. Такие бывают люди, ну редко, но бывают. Обычно животные так себя ведут, а у них тонкое тело вообще очень слабое. И они делают то, что им подсказывает чувство. Объект есть, все, чувство есть, пошла реакция. А душа, она просто пытается наслаждаться. Скажите, пожалуйста, а вот когда живое существо, ну, оно очищается от ложного эго, оно на духовной платформе, ум, разум при этом же остаются, только они удовлетворенные, и чувства же остаются только удовлетворенные. Получается, только ложное эго убирается или как? Ум и разум – это тонкое тело, материальное тонкое тело. Ум, разум и ложное эго – это тонкое тело. А как же говорится о духовных чувствах, а одухотворить ум – это значит… Погрузить его в сознание Кришны. Я понимаю, просто... С помощью одухотворенного разума, да, погруженного в сознание Кришны. У жителей, ну, Вайкунтхи, у них как получается? У них нету ума, разума и... Есть. И эго тоже есть, да? Просто чем отличается эго от ложного эго, да? То есть есть отождествление, оно есть. Только духовное отождествление, оно истинное. Мы видим все как есть, да? Не иллюзию, а как есть. Это эго тоже. Но почему называется ложное эго? Потому что оно направлено на иллюзию. Мы отождествляем себя, то есть ложное отождествление, мы отождествляем себя с каким-то телом, например, временным, да? А если мы отождествляем себя со своей природой, то что я душа вечная, неделимая, там, неразрушимая. Моя природа какова? Служить Кришне так или иначе, да? В какой-то своей там сварупе, да? У меня такая природа. Это тоже эго. Проявляем какой-то ум, разум, чувства. А как же? А как чувства? Конечно, есть.
Просто чувства, ну, духовные чувства. Мы же весь не дух бестелесный в духовном мире, да? То есть есть духовное тело какое-то. Только оно не состоит из там, мяса, костей. Вот Кришна, например, когда приходит, он же не приходит сюда в материальном теле, он приходит в своем духовном теле. И нельзя сказать, что, например, у Кришны есть душа там где-то, вот у него есть тело, и там еще внутри душа. Нет. Это и есть душа. Духовное тело – это и есть душа. То есть это совокупная абсолютность получается? Когда... Но в духовном теле нету души внутри. То есть как Кришна абсолютен, тоже получается душа абсолютно, просто есть как, ну, качество, да, у нее внутри получается как бы… Потому что материальное тело, оно делимо, как на атомы там, и так далее, и так далее, и так далее, а это как бы… Ну, материальное тело как оболочка. Как оболочка. Просто та оболочка, в которую загнана душа. И душа проявляет свое сознание, ограничиваясь вот этим вот материальным телом. Это уже духовно, получается, не оболочка, а уже какой есть как абсолютная сущность. Вот это. Но прилетает духовную форму, изначальную форму свою. Как там точно происходит, я не могу сказать. Вот съезжу, посмотрю, расскажу. Не задумывался, честно говоря, я всерьез, как там с точки зрения физики все это происходит. Я знаю, что там нету тела, в котором находится души. Ладно, Харе Кришна. В общем, смысл заключается в том, что все наши счастья и несчастья должны быть связаны с Кришной и направлены на освобождение от материального вот этого мира и направлены на служение Господу. И мы должны быть благодарны, обязательно должны быть благодарны Господу за то, что Он дает нам либо счастье, либо несчастье. И все использовать. И какие-то и благоприятные какие-то обстоятельства, и неблагоприятные обстоятельства использовать на служение Кришне. И тогда будет все очень хорошо. Харе Кришна.